Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Сейчас видео будет о наших новинках, продуктах. Ну, вот кратко постараюсь рассказать о самых интересных последних. Ну, во-первых, начну, конечно, с наших паштетов. То есть это паштеты три вида, которые были у нас когда-то в таких стеклянных маленьких баночках, но технологически были сложности. И одна из нескольких партий, ну, сдувалась, потому что даже при любой стерилизации банок и так далее остаются вот некие посевы и бактерии и так далее. Здесь решили эту проблему, полностью было протестировано несколько месяцев. Ну и, соответственно, вот в такой упаковке это может храниться полгода гарантированно по проверкам, результатам, а теоретически год, ну, это будет позже ясно. То есть полгода гарантии – это однозначно. Вкуснейшие три вида паштетов. Смотрите у нас их на сайте. Безумная вкуснятина. Особенно знаете с чем? Если взять вот эти хлебцы, например. Это не мы делаем, наши там коллеги, просто знакомые. Очень хорошие на как бы капустные, да, вот они на ржаной закваске. Вот с ними это просто, ну, что-то вкуснейшая вещь. Ну и какие-то овощи там еще, да, там. Так, понятно. Откладываем в сторону, идем дальше. Пусть будет совершенно в нелогичном порядке, неважно. Вот про мыло я вообще уже несколько лет не снимал. У нас их более 50 сортов. Это мыло, которое делается из только растительных масел и эфиров. Ну, понятно, там вода. Вот в конце, на обратной стороне, есть состав. Вот два новых вида. Черный тмин и, соответственно, перуанский бальзам. Но есть еще новинки, про которые я не говорил. Ну, видов 10 за последний год новых наших мыл. Пробуйте обязательно, это уникальные ощущения, просто непередаваемые. Ну, не сможете пользоваться другими мылами больше, полагаю, точно. Да, кстати, говоря насчет мыла, есть у нас и вот такой уникальный, ну, это, конечно, очень дорогое мыло, но безумно, видите, как будто малинка, ну, она есть, и мы можем сделать и клубнику, и прочее, повторяет форма, но аромат, жаль, не передает камера. И, конечно, как это и мылится, и смывается, это вот такой премиум сегмент подарочный, в картонных таких пакетиках продается, просто мы выложили в пластиковую баночку. Кстати, это же малина, у моего просто товарища, знакомого, плантация очень большая малины, ну, естественно, в экологически чистых местах. Так вот, делается вот такой уксус малиновый, концентрат. Что это такое? Ну, это в дубовых бочках, выдерживается сок малины год, фильтруется и опять в бочках уже стоит. Его срок годности практически не ограничен, ну, минимум 3 года. И вот в таких баночках это сейчас продается у нас. Достаточно нескольких капель, чтобы аромат пошел в каком-то блюде, в салате, в каком-нибудь фруктовом салате. Ну, короче говоря, и просто так для здоровья по пол чайной ложечки, разведя в воде, можно пить. Ну, в общем, это сказочные вещи, аналогов я не встречал. Ну, давайте самое, наверное, одно из главных. Это уникальное, наконец-то, пришло масло. Масло оливковое с острова Тассос. Кто не смотрел вот этот видеоролик с Ольгой, обязательно посмотрите. Значит, остров Тассос, помните, были всегда и сейчас есть оливки, черные вот эти, да, вяленые. По 500 грамм упаковки, по 200 и по 5 килограмм экономичной упаковки. Вот это 5 литров в жестяной таре, прям как есть, пришло вот с острова Тассос. Биоорганик, эндемик, сертификаты и так далее. Значит, будем разливать в пол-литровые бутылки, но 6 литров это гораздо дешевле, просто экономичнее, ну, процентов на 30 минимум, чем покупать в стекле отдельно. Хранится долго, только пришло, только партия растаможена, так что приобретайте. Их не так много, ну, быстро, скорее всего, кончится. А также пришли маслины вот эти прекрасные. Значит, опять-таки, вот, с острова Тассос есть по 500 грамм. Расфасованы они прямо там. Так, и вот по 250, да. И по 250 грамм. На сайте эту информацию найдете, цены, все там понятно. Далее. Ну, давайте далее кратко скажу вот что. Давно не было трюфеля, потому что, к сожалению, в технологии производства, вернее, к счастью, мы не используем химию, а это значит, что, несмотря на то, что трава и сок в качестве консерванта было, но хранилось это не так идеально, скажем, у некоторых, при том, что вот из холодильника в тепло, из холодильника в тепло, долго в тепле могла идти плесень. И поэтому, собственно говоря, технология была переделана, много экспериментов, ну, где-то месяца 4-5 вот это продолжалось, и сейчас трюфель, который гарантирован даже в тепле, полгода будет лежать. Вот, естественно, никаких химических вредных, вообще никаких химических компонентов искусственно полученных нет, потому что принцип наш только природное сырье. Получается, да, нет, нет, ну, значит, новый трюфель. Поскольку идем не по порядку, то вот смотрите, не забывайте, что сейчас сезон пошел фруктов прекрасных. Будут сейчас у нас от наших партнеров с Тамани и персики первые, нектарины. Ну, в общем, по сезону все, смотри, когда вы это видео смотрите. То есть у нас всегда прекрасные вот сейчас клубника, черешня там, ну, дальше пойдут другие.
Так, теперь давайте так. Не забудьте, что есть у нас вот такие прекрасные с Крыма орехи, плантация моего знакомого, органическая плантация. Изумительный вкус, прекраснейшие орехи фундук, определенный сорт, масла. Ну, по маслу вы знаете, наверное, что у нас всегда было вот такое масло. Кокосовое, 207 мл, 750 рублей баночка. Но это тоже биоорганик сертификат, это где партнер, ну, вот моего друга, сейчас он отдельно это поставляет, возит в Россию, в Таиланде. Даже видео у нас есть, вот на канале у меня вышло. Посмотрите, кому будет это интересно. Там действительно, ну, это стоит посмотреть. Это лучшее в мире органическое кокосовое масло. Самое лучшее. Такое оборудование, таких технологий никто не применяет даже там. А вот есть экономичная упаковка. 750 миллилитров. Представляете, 700 миллилитров. И вот это стоит 1500 рублей. И есть от количества скидки. В коробочке идет, по-моему, 6 штук. Там вообще чуть ли не по 1200 рублей. Ну, то есть просто ниже нижнего. В общем, короче говоря, вот такой вот вариант есть, да? Есть кокосовая паста. Это масло и кокос перетертый. Вкуснейшая вещь. Особенно если добавить кокосовый нектар туда. То есть вот этот сладкий, этот сок цветков кокосов. Как это получается, видео там есть. Можете посмотреть. Значит, вот этот. Безумно вкусный такой, как бы даже не карамельный вкус, но такой, ну он не повтори, как сгущенка, может, вареная с детства. Вот нечто похожее, да, вот такого плана. Так. Ну, а говорил я про уксус, а забыл сказать, что есть еще кокосовый уксус. Ну вот есть такой, тоже в видео в том показано, что это такое, что, зачем и так далее. Далее, ну есть, это правда тема другая, но это из Японии, алоэ, кусочки алоэ в сиропе виноградном. Безумно полезная, вкусная штука. И главное, действительно, это, можно сказать, лекарство. Так, есть такая подарочная упаковочка, вот такая, кокосовых масел, 3 баночки. Тоже на сайте есть, посмотрите. Ну или знаком родственникам, кто думает, ну все это там... Ну, попробовать и просто подарить. Вот маленькую сумочку влезет, если что, с собой там куда-то. Ну, короче говоря, тоже вариант, да? Конечно, не забудьте про новый прибор, который пришел. Про прибор было видео и будет еще не одно, безусловно. Водородный генератор, да? Есть вот сельдерей молекулярной сушки, но есть у нас и крапива, сныть, брокколи, шпинат. То есть самые основные, главные и полезные травы, зелень, которую можно просто в любой... сезон, просто под рукой порошок, концентрат 40 раз усушивается, с сохранением всех питательных свойств, потому что в вакууме сушится и в порошок измельчается, и можно просто по чайной ложечке в салаты добавлять, да, ну или куда угодно. Кстати, супы у нас есть сыроедные, как и каши, смузи, великолепные сыроедные супы, их целая линейка, очень советую попробовать. Там шпинатный, вкуснейший, гречка с пророщенной, естественно, да, дегидрированная, с грибами, двумя видами, кстати, там и белые, и шампиньоны. А есть вот такие кусочки кокоса в березовом сиропе и порошке, брусники, малины, там и так далее. Разные тоже виды, смотрите на сайте. Ну, такие лакомства. В дорогу удобно оторвать. Это более того скажу, что скоро будут у нас еще очень интересные позиции, ну, про которые я расскажу уже в других сериях. Что ж, дорогие друзья, помните, что на нашем сайте nadgar.ru всегда вы можете заказать, и мы отправим в любой город страны, мира наши продукты. На Украине у нас есть свой представитель. Значит, все данные будут под данным видео, где можно что приобрести. Но главное, это наш сайт nadgar.ru. Если вы не смотрели это видео, посмотрите про лавки, вот про этих подонков, которые предали меня и подлость совершили человеческую чисто. Ну, наверное, видео это большинство моих старых зрителей видели, а кто еще нет, а есть такие. Посмотрите обязательно, чтобы вы не были обмануты, ну и не поддерживали подонков. Что касается выхода новых продуктов, будет скоро очень интересные серии целые. Следите обязательно за этим. Ну и что в завершении можно сказать? Я рекомендую вам, конечно, пользоваться и питаться продуктами здоровыми, органическими, натуральными, без химии. Ну, от этого зависит наше с вами здоровье. Каждого человека это объективная реальность. Как бы кто ни хотел в это верить, ну, будет только хуже каждому из нас. Поэтому имейте свои огороды, работайте, максимально свою пищу выращивайте. У кого нет такой возможности или желания, такие люди, разумеется, есть и такие, то пользуйтесь хорошей, качественной продукцией, кому доверяете. Мы производим честную, хорошую продукцию. Мы сотрудничаем с честными производителями. Ну и, соответственно, у нас вы всегда можете найти именно такую лучшую продукцию, бескомпромиссную, самую качественную. Ну, всего хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.